посмотрим, что происходило в целом по Сумской области. Помечаем курсорчиком и видим население, которое проживало до войны, площадь, которую Сумская область занимает, и средняя стоимость квадратного метра социальное жилье. Это самый большой кластер рынка недвижимости жилой, который эксплуатируется на территории Украины. $206 на дату 30 сентября 2022 года. Также можем посмотреть, вот здесь появилось информационное окно в динамике, как я вам и говорил, что произошло больше, чем за 12 месяцев. Видим такую гистограмму. Это июнь у нас, 2021 год, $192 за квадратный метр, это в целом по Сумской области. Весь 2021 год прошел по трендам, ну, просто сумасшедшего роста. Видим здесь 192. Здесь уже в марте месяце $216. Напомню вам, что война началась у нас 24 февраля. Мы поквартально делаем отчеты. Естественно, уже в втором квартале 2022 года, это у нас июнь, мы увидели снижение стоимости квадратного метра. Это вверх восходящая гистограмма тенденции, которая показывала весь 2021 год, сменила свое направление, и весь 2022 год мы будем видеть вот такую тенденцию, то есть снижение стоимости квадратного метра. Но о прогнозах поговорим, понятно, чуть попозже, в конце видео.